На сцене славянского базара в Витебске обладатель специальной награды президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Какое небо надо мной, мир, какой простор, какой покой, а день рождается, день новый, молодой, и радость входит в каждый дом, и в твой, и в мой. Мы связаны с тобой навек одной судьбой, земля моя, земля моя, моя. Какие зори впереди, мир, какие светлые пути, вокруг меня земля друзей, земля друзей, прекрасно солнце над планетою моей. Мы связаны с тобой навек одной судьбой, земля моя, земля моя, моя земля. Наша мирная земля, наша дружба. И на сцене со мною самые красивые дети города Витебска. Заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Лансон.